Всем доброго дня. Сегодня у нас 10 февраля 2019 года. Записываю видео для зрителей по теме гирокомпасов, вообще гироскопических устройств. Непосредственно будем сейчас проводить опыты и рассматривать вопрос возможности существования в реальности азимутальной проекции в виде реального существования, ну, как нашего мира, азимутальная проекция. Есть ли такое, возможно вообще или нет? Потому что, еще раз повторяю, вот с магнитными компасами может быть очень много всяких симуляций, могут придумывать чего угодно, сочинять, рассказывать, что там магнитные поля и вот так идут, и вот так идут, и все это, все кругом, все правильно. Вот у нас есть гироскопическое устройство, трехстепенный гироскоп. Я его организовал как гирокомпас. Вот, мы сейчас убедимся непосредственно, что он покажет. Работоспособна данная схема или нет. Отсюда будем делать выводы, ну и разбирать дальше, опять-таки, гироскопические устройства, потому что это очень серьезная подножка для людей, которые верят в шарообразную Землю. Давайте будем разбираться. Так, прежде чем мы начнем проводить эксперимент, вот мы сейчас как бы застолбим, что есть что. Значит, круглый стол – это у нас плоская Земля, азимутальная проекция. В центре у нас находится Северный полюс, азимутальная проекция. Компас даже магнитный на него показывает. И наш опытный физический прибор – трехстепенный гироскоп. Пожалуйста, это то, что будет участвовать у нас в эксперименте. Свободы вот гироскопа вот я показываю, диски вот тут все вращаются, то есть вот все здесь свободы присутствуют, шкала градиент гирокомпаса есть, стрелочка у нас показывает курс направления. И будет показывать у нас направление север-юг. Сейчас, как видите, все свободно вращается, поскольку гирокомпас пока не запущен к электрике, не подключен. Сейчас мы его включим и начнем проводить непосредственно сам эксперимент. Так, ну что, приступим к эксперименту. Вот наш трехстепенный гироскоп, он в работе, у него горит лампочка, вращается ось в горизонтальной плоскости. Вот наша азимутальная проекция, карта. Давайте теперь посмотрим на сам ход эксперимента, что будет показывать шкала целеуказателя на гирокомпасе. Вот у нас по морским показателям норд. Это у нас зюйд. Юг. Ист. Это у нас восток. И вест — это у нас запад. Давайте, наш корабль, значит, трогается в плавание кругосветное вокруг Северного полюса по азимутальной проекции. Значит, шкала курса указателя у нас показывает. Показывает, все показывает. И опа! Что у нас поменялось? Норд у нас оказался теперь на юге. А зюйд, юг, у нас оказался, смотрит на север. Давайте по кругу еще проедем. То есть, вот он показывает, что вот он двигается по курсу,
сохраняется положение, показывает у нас север туда, на север показывает. Показывает на север. Поехали еще по кругу. Поехали по кругу, поехали. Поехали по кругу. Оп. И опять у нас показывает на северный полюс, а показатель у нас показывает зюит. Показывает юг. Вы понимаете, что это просто невозможно? Невозможно такие показатели. Невозможны в реальности, это невозможно. И тут же запад с востоком тоже меняются сторонами. Ну, то есть полная билиберда, но это просто невозможно. Еще раз повторяю, гироскопические приборы, гирокомпасы, гироскопы, они просто опровергают очень многие заблуждения по некоторым теориям, таким как шарообразная Земля, азимутальная проекция, сферическая Земля. Вот эти приборы, гироскопы, они опровергают все эти заблуждения. Поэтому, ребята, кто хочет для себя понять, как устроен наш мир, какой у нас шарообразный, плоский, азимутальный, пожалуйста, вы можете сделать нечто подобное, вот нечто похожий прибор. Я вот покажу, расскажу. Вот у меня электропроводка. Я сделал электропроводку. Вот электропроводку. Это плюс. Он идет по изолированному стержню. Здесь идет пайка. Пошел плюсовой провод. Пошел на контакт. Здесь тоже изоляция сделана, заизолирована. Переходит непосредственно на раму. Вот плюсовой провод. Вот идет плюсовой провод. Здесь крепится плюсовой провод. Пошел на ту сторону. Давайте сейчас с этой стороны мы его повернем. А он сохраняет свое положение, его как ни крути. Значит, ладно, мы его сейчас принудительно повернем. А зачем я сейчас так? Подождите. Так. Вот видите, он сопротивляется. Он сейчас не даст нам никак повернуться. В общем, вот плюсовой провод. Вот он, плюсовой провод. Он пошел сюда. Здесь я сделал такую, ну, как бы обмоточку, чтобы, ну, я просто этот прибор непосредственно делал, чтобы он у меня работал именно как гирокомпас. Поэтому мне вот эти крутящие моменты, как бы, они мне особо не нужны. Поэтому я, в принципе, вращающуюся ось определенным образом заблокировал. Она получается вот эти болты с одной стороны и с другой стороны, они такой лодочкой, короче, вниз лодочкой такой лежат, и получается сам вращающийся диск, он как бы опущен туда вниз туда опущен, и получается у него идет развесовка как бы вниз. Ну, как у обычного гирокомпаса. Вот, смещение тяжести вниз и как бы другие степени свободы, вот они присутствуют. То есть, вот, повернуть я его как бы не могу, он сопротивляется, потому что вращается ось в плоскости. Вот, минус у меня вот другой провод, он пошел на раму. И здесь вот он тоже, вот минус на раму подключен. Это у нас проволока, это курсоуказатель направления движения корабля. Вот, который показывает на шкале градиента, показывает любые изменения, там, повороты по курсу. То есть, допустим, вот взяли курс на север, мы пошли на север. Вот мы пошли на север. Давайте мы с вами пройдемся по северу. Вот. Поехали мы на север.
Видите, уехали через север, и у нас север уже вроде как Северный полюс оказался югом. То есть, ну, блин, то есть невозможная вещь. Вот. Вот. Вот, как ни крути, он сохраняет свое положение вращения оси в пространстве. Так, а по курсу, вот курс. Курс мы держим. Вот, по курсу идет. И показывает. Показывает, какие градусы дает он поворот. Вот, по курсу идем. По курсу, видите? Но это все равно, что как вот корабль по кругу крутится. Вот это то, что и говорит о том, что на азимутальной проекции гирокомпасы просто будут показывать неверные показатели. Вот. Надеюсь, этот опыт ответил на имеющиеся вопросы, каким образом гирокомпасы, гироскопические устройства опровергают ту или иную теорию. В свете сегодняшних разбирательств нашего мироустройства. Потому что, как мы уже поняли, власти нам врут кругом сплошь и рядом. Ни слова правды у них нет. Верить ничему нельзя. Можно верить только тому, что мы сами можем проверить опытным путем. Вот что я, в принципе, и делаю. Провожу наблюдения и так далее. То есть, ну, я вот крутил здесь этот, вот, видите, вот он. Вот он сохраняет, тут его уже так не покрутишь он. Вот. То есть вот мы выставили его в горизонтальную плоскость. Все, повернуться, он уже, видите, он готов двигать корабль, но ни в коем случае не вращаться по кругу. То есть все. Вот такой эксперимент. Надеюсь, он в какой-то степени удовлетворил ваши вопросы по данной теме. Всем спасибо.